И всем привет, с вами Фрости. Я играю в игру Visceral Cleanup Detail Santa's Rampage. И мы приступаем к работе. Скажу, специфичная. Кому-то она окажется веселой, кому-то не очень. Вот, наше, короче, задание основное — это убрать дом Санты. Он сошел с ума, он убил всех своих эльфов. Видать, перебухал после Нового года. И вот что он утворил с беднягами-эльфами. Такие вот у него глаза. Пошел отсюда. Да пошел уж. А, да. Все. Надо весь дом испачкать. Блин, зачем я это делаю? Только работа больше будет. О, давайте его сюда засунем. Все. Ладно, приступаем. Вот у нас что есть? Это типа... показывает, где грязь. Так, второе. Ну, это руки, чтобы вот так вот брать предметы. Вот. Я только что уничтожил доказательство. Вот он. Сам наш злобный Санта. Давайте отправим его в печку. Все, вот нет. Вот она, улика основная. -то. Тоже в печку. Зачем она нужна? И стул в печку. Пускай все горит. Ладно, приступаем к работе. Так, нет, сначала нужно убрать всех эльфов. Ты где, эльф? Что с тобой? Ты че, упоролся? Сам в угол залез. В коробку их складируем. Да, погоди. Ну что есть? Шапка, вторая улика. Давайте ее тоже в печку засунем. Она горит. Так, все, съем. Там стул уже сгорел. Сколько же крови? От меня... да, от меня останется следы. Вот я хожу. Оп, следы. Так, переносим всех эльфов. Точнее, все части эльфов. Сюда вначале, потом уже... да что ж ты. Отлично. Вот целый эльф есть. А где ты там застрял опять? Опять в угол, что ли? Еще один упорный эльф. Руку? Нифига, он тут жесткий тип, Санта наш. Нет, нифиг, это же Санта. Давайте пошалим немного. Да. И выкинем руку. Где она? Все, тоже в перчатке был. Был чувак. Да и тоже уборщиком был. Там еще должна быть одна рука где-то. Так, гильза патронов. Да, вот еще одна рука. Погнали. Где она? Где рука? Вот она. Я понимаю. Все, теперь можно приступать за работу. Мне бы, конечно, ведро сначала взять. Отлично. Пожалуй, нам поближе его перенести. Ровно на 3 мы ходим. Жалко. Да что ж так? Что такое? Да что ж так? Уборщик-то тоже что ли поролся? Еще может разок. Еще разок. Там вода стала мокрой, я тоже пора в печку засунуть. Хотя лучше все складировать где-то вот здесь, к примеру. Закидаем, берем новую воду, генератор воды. Это что было? Генератор рук воды. В принципе, неплохо придумано. Да что ж ты. Наследил я. В основном это от меня такие следы идут. От крови. Только я тут все пачкаю. Давай аж воду. Все, у меня чистки надо. Да что ж ты? Ч это? Почему вот у меня. Я же по воде прошелся. Может, мне тоже как-то ноги отмыть надо?
Можно мне ноги отмыть? Ну-ка. Да, но это не помогает. Что это такое? Все, воду пора тоже уносить эту. Печку. Где вторая вода? Тоже печку суем. Давайте пройдемся по апартаментам. Что у него тут есть? Эльф с ножами. Ножик. Давайте метим ножик куда-нибудь. А да. Где он? Гильзы. О, сейчас они не особо-то следят меня. Вот сейчас они следят. Просто ничего себе, тут был взрыв определенно. Ничего себе там. Так, ладно, туда я пойду в последнюю очередь. Подарочки. А сюда еще нужно. Что тут там? Тоже должно быть что-то, наверное. О! Вот сюда можно конечности убирать. Эльфы. Как куклы прям. Да что ж ты какой? Неугомонный. Давай уж, суйся. Молодца. Может это тоже надо? Засунуть в эту штучку. Не влез. Бочком. Вроде влезло. Как никак он влез. Стол, ты упоролся, иди отсюда. Ну, тихо, давай, давай, суйся как-нибудь. Так, стоп. Так даже лучше. Да, е-мое. Давайте прямиком. Отлично. Лучше некуда. Бьем подарки. Ни себе, ни людям. Так, ладно, нам нужна вода. Дайте мне мою воду. Ну что? А, я уже взял что. Так, первее всего суем эльфов туда. Пекло. А чем втором этаже? Ну, тут ничего особо приметного нет. Бьем эльфа. И выкидывай. Где он? Вот он. Что за звуки? Нифига я читер. Улика? Печку убил. Так, вот тут еще много крови. Ну что ж такое? Что за звук? Меня эти звуки уже пугают. Я всего лишь безобидный уборщик, который пришел работать тут. Да что тебе? Вот, сунем сюда руку. Это будет логично. Все. Без палева. Все, убираем. Убираем были. Да что ж, как гонщик. Мил. Так, оп. Вот, налево, поворот направо. Да что ж, это не то, что мне нужно. Что тут камни-то делать? У кого-то камни в почках ходят.
Давайте еще раз посмотрим, как было. Убираем мусор. Все. И подарочек тоже. Зачем он нам нужен? Так. Да чтоб тебя. Ну иди. Да еще раз. Да чтоб тебя. Я их буду тут складировать, они сгорать-то не успеют. Что на этот раз нам даст генератор? Руку. Спасибо. Давай воду. Отлично. Так, где тут еще осталось? Вон там, вон. Убираем улицу. Да что? Да я только камин вымыл. Очень много улик. Максимум улик. А я тоже могу залезть? Я тоже хочу. Блин, нельзя. Так, вот тут много крови. Все, хватит. Да еб! Такое тоже бывает. Сейчас я думаю, что нам много дадут. Нифига себе, ведро дали? Это круто. Так, стопы, вначале уберем беднягу отсюда. Да ё-моё! Что ж, какой день для удачного уборщика нашего. Музыка классная играет. Давай. Опа. Так, тут я много наследил. Да ё-моё. Почему я хожу с кровавыми ботинками? Тут вижу большая кровь. Так, все промыть. Сколько тут крови? А чё он как стоит? Чувак, тебе тут поставили, что ли? А, он ножом был. А, фиг. Что поделать? Давайте в гольф сыграем. Так. Опа! Да что? Да. Да, да. Можно в шапочку одеть? Чувак, давай оденем шапочку. Не хочешь, как хочешь. Тогда выкинем ее в костюм. Печку, точнее, в костюм. Вода уже грязная стала. Ну что ж, думаю, на этом можно наш обзор этой веселой игрушки закончить. Спасибо всем тем, кто досмотрел до конца. Всем удачи.